Приветствую вас, друзья. Ну что ж, у нас сегодня опять очередная распаковочка с AliExpress. Поехали. И давайте-ка, наверное, мы начнем вот с этой посылочки. Наверное, самая дорогая на сегодня. Но так как у нас этот товар уже был, наверное, раз 5-6, честно, не помню. Быстро пробежимся, посмотрим, что все целое, все отлично. Как всегда, Тимол у нас скоростью отличился. По-моему, дня 4 товар уже у нас дома. По цене все тоже отлично, я считаю. В принципе, это у нас Xiaomi 6A. И на момент покупок, это что у нас? О, это у нас накладная. Это где-то я уже у кого-то видел. Можно собрать такого вот кота. На момент покупки, да, я остановился, он стоил 6,5 за максимальную версию 2.32. И это, я считаю, даже по Китаю, по-моему, самая была выгодная цена. Тем более, что она нам глобальная версия полностью. А глобальное отличие есть у нас в китайской. У нас, по-моему, отдельный слот SD-карты здесь присутствует, а в китайской версии такого, увы, нету. Давайте-ка проверим, все ли отлично, все ли как надо. Да, в черном цвете. Евровилочка, кабель microSD и где-то у нас там еще есть крепка. В этих просторах вон она лежит, да. Так, здесь претензий нету. Вот, как я и говорил, у нас идет один лоток под две сим-карты нано и микро. И можно также отдельно еще впороть microSD карточку. Сразу скажу, давайте так, по минусам. По минусам у меня только к нему один. Это то, что он дико скользкий. И чехла в комплекте нету. Так что, если вы задумались купить, сразу говорю, присмотрите чехол. Не знаю, я как бы предупреждал человека, который заказывал. Ну, сказал, потом выберем. Ну, дело не мое. Предупрежден. Предупрежден, значит, вооружен. Все. Ну что ж, и что у нас встречается с коробки? Так, у нас диагональ 5.45, 13-мегапиксельная камера, в принципе, сносные фотки нормально. 3000 у нас аккумулятор, скажу так, с людям, которые позаказывали, на сутки стабильно, 2 дня не тянет он, по-моему, при использовании, так что где-то на сутки рассчитывать. Да, единственное, здесь процессор не Snapdragon, но, по-моему, или Helio какой-то, или MTK. Ну, честно, может, это одно и то же, я в этом не силен, так что путать не буду. По игрушкам, ну, все, кто заказал, никто в игры не играет, вот так скажу. Так, ну и на борту у нас 2 гига оперативки и 32 постоянные. Давайте проверим, все ли это так. Оп. Сразу у нас уже установлена глобальная MIA10. Да, 2 гига, 32. Все отлично, Android 8.1. Ребят, ну, за такую сумму, в принципе, хороший, шустрый телефон. Совсем справляется, как для звонилки, как для серфинга по интернету. Идеальное решение. Я ждал, думал, может, что-то выйдет там 7, а, ну, что-то тишина. А человек как бы просил побыстрее ему телефон, и в пределах разумной суммы там до 7000. Ну, я как бы посоветовал данную модель. За эти деньги, я думаю, это хороший телефон. Так что, подведем итоги. Да, кто-то мне когда-то писал, все бенды, ребят, он поддерживает. Удобно, комфортно у нас в России и, я думаю, в странах СНГ пользоваться. Так что, за свою сумму 6500, максимальная комплектация, вот 2.32, это отличный телефончик. Присмотрите, если что-то ищете в этой ценовой категории. Поехали дальше. Честно, пока это все набралось, уже забыл, что поприходило. Очень что-то долго идут мелкие посылки. Чуть ли не по 2 месяца. Во. Это нам пришли, ребят, очки. Вот так вот они упакованы. Опять же, кинули прямо в почтовый ящик. Вроде бы пока все целое, но что-то, мне кажется, это будет детский размер.
Цена была у них дешевая, рублей 150, не знаю, сохранилась, не сохранилась. Но я их выкидывал в группу ВКонтакте сразу, как только заказал. Даже пришел тест на поляризацию. Как видим, он ее проходит. Дайте-ка, сейчас я быстро прикину на себя, скажу. Нет, в принципе, не сильно они маленькие. Прям на ряху большую, может быть, не то, но средний размер подойдет. Ну, опять же, различные там были виды, ссылочки оставлю, переходите, кому интересно, смотрите. У каждого свой вкус, кому-то подходит, кому-то не подходит, кто-то уже мерил такие очки, может быть. Мне, в принципе, капельки нравятся. Давайте следующую, вот эту желтую возьмем. Что у нас здесь пришло? А здесь у нас... Воу, все, понял. Это нам пришел кабель. Кабель я заказывал, по-моему, с JD платформы. Заказал самое дешевое, чтобы проверить адрес, нормально ли все у них доходит. Как бы вроде бы все дошло. Да я скажу, даже неплохой кабелек по качеству, по ощущениям. На токопроводимость надо его еще проверить. Но так, мягкий. Он рублей 70, даже, наверное, дешевле. Метр здесь, как и есть, заявленный. Я не знаю, смысл есть проверять его? А нам, чтобы проверить, нужен хотя бы пауэрбанк. Его здесь под рукой нету. Ладно, если прям вообще ужас будет, напишу. Не написал, значит, нормально. Ну и, в принципе, магазин проверили. Может быть, что-то будем еще заказывать с JD. Кстати, советую всем, кто не знает, как это первый раз заказывать, закажите сначала что-нибудь дешевое. Посмотрите, как оно доходит. Нормально, ненормально. А потом уже можно что-то и подороже брать. Так, поехали, следующий. Какая-то карточка. Что-то там картонное. Где? Конверт. Ай-ю, вот это. А, вот так оно приходит. Нарисовано оно просто на картинке совсем по-другому. Заказал друг, не знаю, набор из 55 игл. Ужасно долго шло, наверное, больше 2 месяцев. Слушайте, ну, так как это... Нарисовано это на сайте, я вот выставлю. И как приходит, ну, там оно как указано, как, блин, знаете, как сверток, так все сворачивается. Но на самом деле я не... Блин. А, даже так оно. Ну, иголки, иголки. Ну, наверное, острые. Честно. Я знаю, как... Вот где-то какая-то из этих, наверное, должна быть цыганская игла. Я помню, что-то это должно быть толстое и с большим, наверное, ушком. Ну, не такое острое прям. Ну, различные виды иголок, 55 штук. Честно, по остроте я бы не сказал, что они прям острые. Не, наверное, даже я бы такое и не советовал. Не помню, что по цене. Цены вы все видите здесь в углу на момент заказа. Но если честно, что-то я не очень впечатлен. Как бы качеством этих иголок. Я довольно-таки нормально нажимал, мне даже палец не пробило. Так, давайте вот это всеми любимые чехлы до стекла. Посмотрим, все ли отлично, все ли целое. Сильно заострять внимание на этом не будем. Это у нас должно прийти на Xiaomi Redmi 5 Plus. Кстати, вот подобие таких чехольчиков я как-то брал на Meizu кому-то. Мне нравится вообще. Внешне симпатично сделаны так. Там, по-моему, есть пару вариантов еще с... Это золото есть. Кстати, да, внешне. Но это, если честно, я когда заказывал, не такой. Смотрите, это ли... Не помню. А, не, нет, сейчас, 5 секунд. Фу, это скотч налип. Я думал, это краска уже слазит, думаю. Нет, это не так,
нехорошо приклеили и испачкалось клеем. Не, все нормально. Там на различные модельки есть, в принципе, в магазине, если кому интересно. Перейдите, посмотрите. Может, и ваш телефончик подходит к писке. Но, девчонки, я думаю, классно смотрится. Симпатично, мне нравится. А здесь у нас от этого же продавца пришло стекло. На этот же телефон. На 5+, в золотом цвете. Все, как и указано. Все отлично, все хорошо. Давайте, поехали дальше. Но в этой посылочке у нас мягкая. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, должна быть маска для сна. Маска для сна. И с ней в комплекте идут беруши. Цена что-то была смешная. Кстати, вот это должны быть нормальные беруши. Если кто видел, наверное, я заказывал точно такую же маску для себя. И с ней брал силиконовые беруши. Такие резиновые, как бы. Вот с ними неудобно спать. Сразу скажу, можно, но неудобно. Это чуть-чуть другого формата. Это у нас можно отрегулировать. Если еще нашить и сделать ее меньше можно. У меня была целая. Ну, по маске скажу, ну, в принципе, спасает, да, когда сильное яркое солнце бьет в глаза через окно. А надо спать, потому что на смену вещь. Можно сказать, где-то даже и нужно. Но все равно какой-то есть дискомфорт. Надо привыкать к ней, чтобы спать с чем-то на глазах. Не сразу это дается. Но беруши, мне кажется, вот эти будут отличные. Они прям мягкие. И цена, по-моему, у этого комплекта вообще смешная. Кому интересно, можете даже попробовать заказать. А это что? А это клей. Да, это клей, я уже чувствую. Вот такие две баночки клея. Вообще написано для ногтей. Но я взял одну жене для ногтей. Просила, да? Отдам одну ей, а одну взял себе. Ну, это реально супер клей, обычный, как в тюбиках, жидкий. Также застывает моментально, можно его использовать, где вам надо что-то подклеить. Так что клей проверенный, в принципе, клеит хорошо. Брать можно. И последняя посылочка у нас на сегодня. Тоже из мелочевки. Много мелочевки. Вот такой вот яркий пауэрбанк. Ну как пауэрбанк, корпус от пауэрбанка, куда нужно вставить аккумулятор 18650. И по идее у нас будет зарядка. Взял я сразу, попросил друга батарейку привезти. Давайте попробуем это дело вставить. Скажу сразу, у меня такой же красный валяется, и я его убил, пока вставлял батарейку. Я вот эту фигню оторвал, и он почему-то ужасно греется. Не знаю, получится сейчас запихнуть. Вот непонятно, где плюс, где минус, ничего не написано. Вот здесь есть минус, вот здесь плюс, да, допустим. Ну, логически соображая, что минус идет на эту пружинку, значит, сюда поступается минус. Я больше не знаю, как это еще сказать. И проблема была в моем красном, то что сюда запихнуть его просто, но он больше аккумулятор, я не знаю. Ну и как это? Да, это, по-моему, фигня какая-то получается. Я сразу на всякий случай приготовил тестер, проверить, сколько эта штука может выдавать. Не, он запускает, да? 4,9. Ну, подождите, давайте ради интереса проверим. Ну, смотрите, он корпус просто разрывает этот. Он не влезет, я не знаю, как. Давайте попробуем его нагрузить, сколько он может максимально выдать. Ну, ампер, я думаю, должен давать, да? Да, ампер дает. Просадка до 4,8. Все, на 2 ампера он сразу уходит в перезагрузку. То есть защита какая-то даже в этой бочоночка у этого есть. Но вот с размерами я не пойму, честно.
Если он, кстати, не, нормально, этот не греется. Или я просто, правда, где-то плату повредил. Но сюда уже это вставить, скорее всего, ну, невозможно. Можно, наверное, смело открывать спор. Или пусть объяснят, для чего это сделано, потому что обычные батарейки для пауэрбанка не подходят. Может, это необычно, ну, как бы на сайте заказывали. Это вы помните, зарядка была от Litokal'а. Где у нас маркировка? 18650. Может, только что Б. Не знаю, что буква Б обозначает. По размерам он сюда явно не маленький для него. Вот такой небольшой пауэрбанк. Ну, не знаю, ну сколько батарейки? Ну, хватит. Ну, процентов может 30 телефона зарядить. Экстренно небольшой. Но смотрите сами, я не знаю, в батарейках не разбираюсь. Если это не обычная 18650, то, возможно, нормально будет пауэрбанк. Попробую найти еще батарейку потом. Если что, может, выложу видео. Может, это с маркировкой Б и правда больше не рассчитано на это. Ну, как-то так. Но, в принципе, на этом и все, ребят. Давайте.